Так что, встречаем юрфак? Вперед, юрфак, встречаем! Космонавтом, как Юрий Гагарин. Я хочу, чтобы не было войны, а еще поесть и попить. Я мечтаю стать рэпером. Скоро выйдет мой новый альбом. Слушайте. Мечты? Зачем они нужны? Ты думаешь, ты не такой, как все? Странное видео. Какие-то ребята, мечты. Что все это значит? Я ничего не понимаю. Что делать? Мне срочно надо в финансовый университет. Иллюзорный мир. Я помню, он когда-то был другим. Город под смогом устомлен. Я пьян, пока дышу. И куда идти дальше? О, киса, иди сюда. Иди. Иди. Добрый день. Коты разговаривают. 2119 год. Конечно, коты разговаривают. Я Борис. И в чем твой секрет? А мой секрет в том, что я знаю, почему то видео показалось тебе таким странным. Видео? Продолжай. Если я расскажу, ты поймаешь мне наномышь? Наномышь? Допустим. Хорошо. Видео, что ты посмотрел, могут понять не только лишь все, вернее, все его могут понять, далеко не каждый может это делать. Это значит, что я избранный, Борис? Что это за видео? Мяу-мяу-мяу, не так много вопросов сразу. Лучше посмотри на эту толпу. Тебе нравится быть серым, как они? Нет. Тогда сбрось с себя оковы, избавься от этой липкой серости. Научись мечтать, пойдем, я отведу тебя в место, где тебе помогут. Прямо за мечту и провожать не стоит с выводами погоди. Как же уже надоело проверять эти курсовые работы. Это КПП. Это социальная карта Московского индустриального банка. Ты знаешь, что с ней делать. Опа, водичка. О, наконец-то ты добрался. А что это с тобой? Выглядишь таким уставшим. Да, просто на выходных я был на школе пассива и немного устал. У тебя знакомое лицо. Ты тот профессор из рекламы, я тебя помню. Конечно, это я. Ведь я специально послал кота Бориса, чтобы он привел тебя сюда.
Добро пожаловать в финансовый университет! И здесь меня научат мечтать? Не так быстро! Для начала тебе нужно избавиться от серости. В этом тебе поможет мой любимый питомец. Он отведет тебя к сфинксу. А за это я дам тебе мышь. Но это не наномышь! Где наномышь? Крадется? Крадется! В путь и не забудь вынести мусор. Фу, какой смрад! Она сможет тебе помочь. И я не сфинкс. Я специальная, функциональная, исторически неоправданная кошачья система. Не переживай. Все умные, немного ЧСВ, но мы с тобой какие? Не такие. Не такие. Борис, кого ты мне привел? Очередного раба? А ты заплатишь мне за него? Что? Что? У этого смертного возникли вопросики. И? Наномышь! Все, вот убирайся, нет времени. Подожди, мне сказали, ты поможешь. А, так ты тот самый. Давай так, ты должен будешь отличить истинную мечту от глупых желаний. Если ты сумеешь это сделать, то сбросишь себя оковы. Но если нет, то очнешься дома и никогда не вспомнишь того, что ты видел сейчас. Ты готов? Да, я готов. Смотри. Что это? Где мы? Спокойно, мы на Рязанке. А это серая масса, и сейчас ты один из них. И да начнется игра, серые выбирают первыми. Ты! Чего ты желаешь больше всего? Чуваки, вы видели эти кроссовки? Эти джинсы? Классные, да? И этот пиджак, который устарел ровно 5 минут назад? Мне срочно нужен новый. Ну что думаешь? Это точно не мечта. Верно, моя очередь. Ты, какие у тебя желания? Я хочу подписчиков в сети. Хотя нет, лучше миллиард. Кстати, давай сделаем селфи. Это будет бомба. Нет. Ну и ладно, зато мои люди всегда со мной. Фрау хочет в плен. По-моему, здесь и так все очевидно. Более чем, это точно не мечта. Снова моя очередь. Ты, чего ты больше всего желаешь? 150. 150 баллов, умоляю! Да максимум же 100. Ну хотя бы 120, а? Нет, уйди. Боже. Она так искренне этого хочет, она что, балла... Балла-драйвер. Ну что ж, я же обещала тебе помочь. Теперь ты сбросил себя оковы, избавился от серости. Я все понял. Я понял, зачем мне встретился этот кот, этот сфинкс. До этого дня я будто жил в цепях, а они помогли мне их сбросить. И теперь в моем сердце зарождается новая мечта. Браво! Ты смог избавиться от серости. Держи! Так какая? Какая у тебя мечта? Я хочу изменить этот мир, сделать его лучше. Это отличная мечта. Здесь нужны именно такие люди, и мы поможем тебе. Прямо сейчас? У тебя еще есть немного времени. Где-то здесь ходит кот Борис. Ты можешь найти его и пообщаться с ним. Удачи. Мы еще встретимся. Борис! Борис! О, вот ты где! Что ты здесь делаешь, вот Борис? Ты где, мой безымянный друг? Я работаю, памятник протираю лапками. Потому что времена тяжелые. Кушать хочется, да не на что. Я ж не олимпиадник. Да не суть! Не суть, что это у тебя? Это моя кампусная карта, я теперь студент. Посмотрю. Да, ты теперь студент, все правильно. И как студенты меня очень интересует, кому же этот памятник? Это памятник первому ректору. Говорят, его поставили на столетие финансового университета.
Как-то странно, у нас разговаривают коты. Неужели памятники не разговаривают? Ну, вообще-то разговаривают. И сейчас я расскажу тебе, как исполнилась моя мечта. Дорогие друзья, гости, студенты. Знаете, каждый из нас по натуре своей мечтатель. Поверьте мне, я не лгу. Порой дневные заботы скрывают это, но вам стоит лишь заглянуть в свою душу. Я всегда хотел создать такое место, где каждый сможет отыскать свой путь и шаг за шагом будет приближаться к исполнению своих желаний. И вот уже 100 лет существует наш университет. И лучшим подарком для него в этот праздник было бы видеть воодушевленные лица его студентов, чьи детские мечты воплощаются в реальность. С днем рождения, великий вуз! Да. Это жизнь, как тернистый путь к мечте. В руках ключи, но снова не те. Есть один шанс, словно спичка в темноте. Здесь и сейчас заявить о себе. И когда мы на сцене всей командой качаем, пусть шумит на весь зал. Эй! И пусть все вокруг знают, это новый дебют, это новый юрфак. И когда мы на сцене всей командой качаем, пусть шумит на весь зал. Hey! И пусть все вокруг знают, это новый дебют, это новый юрфак. Это жизнь, как тернистый путь к мечте. В руках ключи, но снова не те. Есть один шанс, словно спичка в темноте. Уверен я, повезет и тебе. Юрфак. Ну, юрфак, никого из представителей не выйдет вытянуть на следующий факультет? Ну что же вы? Ну, ладно, Ир, давай тогда ты выберешь. Так, да-да-да, слушаем. А, ну давай я попробую выбрать. Что тут у нас? Сейчас. О,